Бали один из 7 чудесов. 7 или сколько? 11? 7 чудесов. Чудес. 7 чудес мира. Правильно? Я вам это покажу. И еще мы хотели сегодня забраться на американскую сторону, потому что Канада и Америка соединена Ниагарским водопадом. Но, конечно, они соединены в много местах, но просто это один из них. И мы хотели добраться туда сегодня. И да, сегодня я вам покажу Америку, Канаду и один из чудесов. Один чудес мира. Так, какие у нас хайвей. Детки сидят с задних сидений, потому что меня будет тошнить слишком, если я буду там сидеть. И здесь хочу видео редактировать мое. Так что будем ютубом заниматься. Нравится песня, мам? Не очень. Не очень. Это новая бенд, как Джастин Бибер, только... You don't know you're beautiful, мам. Ниагару. Много я вам не могу сейчас показать, потому что здесь еще некрасиво. Но как станет красиво, я вам обязательно все покажу. Вот. Шаги-шаги. Вот, могу вам показать. Стало красиво. Вот это у нас Niagara Falls. Здесь всякие вещи, хотели, казино. Вот там Hard Rock Cafe есть известное. Здесь очень красиво все. Hard Rock Cafe у нас, как в Нью-Йорке. И вот это у нас место. И вот это Falls. Здесь они, вот здесь они. Вот это американская сторона. Вот я уже Америку вам показываю. Америка, Канада. Америка, Канада. Как люди выглядят? Люди выглядят как люди. Сейчас я зум сделаю на них. Ты куда идешь, красный свет? Тетя. Вот так люди выглядят. Ой, извини, один мужик. Вот так люди выглядят. Это смесь американцев и смесь канадцев, потому что здесь много туристов очень. Очень туристическое место. Get off the road, говорит. Вот водопад. Так, давай покажу. Вот, да. Нам нужно подарить снизу, а потом вот сделать там, что случилось. Там люди. Вот так вот. Вот здесь всякие магазинчики есть. Бутики, шоппинг-молл. Канадские вещи. Canadian pastry. Что такое Canadian pastry? Извините меня. Сейчас мы идем по одной интересной улице в Niagara Falls, где находятся все музеи. Музеи, извините, я неправильно это говорю. Сейчас я вам покажу. Очень такой красочный. В Ниагаре есть очень много домов, таких страшных, где проходят. И там всякие страшилки такие. Там темно, и там пугают тебя люди. В моем детстве мне было, может быть, 8 лет или что-то. А мои родители разрешили мне пойти в такой дом. Они заплатили $7. Я зашла на лестницу, испугалась и побежала вниз. Потому что мне было очень страшно, и я не могла это сделать, хотя... Обещал, по-моему, вот это месте. Дракула Фондер Хаус. И там даже люди, которые работают там, спросили, а если я буду держать твою ручку и с тобой идти? А
Они сказали, если я буду держать твою ручку и идти с тобой, я говорю, не-не-не, не хочу, не хочу. Так что да. Я бы все равно не пошла, если честно. Страшно. Зачем люди платят за то, чтобы их испугали до смерти? Бургер Кинг. Страшный. Франкенштайн. Франкенштайн, как вы его называете. Была, может быть, 3 раза. Самая классная вещь на свете. Очень интересно. Сегодня 30 градусов на улице, просто безумно жарко. Ну, конечно. Да, очень сильная влажность. 30 градусов – это не так уж плохо. Это даже хорошо, я бы сказала. Вот сейчас у нас паркинг закончился, и у нас есть выбор. Или мы будем на машине ехать в Америку, или пешком будем ехать в Америку. И мы решили, потому что на мосте сейчас огромный трафик, что мы пешком туда дойдем. И да, так что сейчас мы дойдем пешком в Америку. Беженцы. Найдем что-то там. Ну, не шопинг в смысле, а питюшка в смысле. Потому что, если вы помните, в Нью-Йорке, в логе Нью-Йорке я там пила Vitamin Water Zero, который был в таком клубничном вкусе. И у нас его в Канаде нету. У нас разные вкусы Vitamin Zero, Vitamin Water Zero, да. Так что я надеюсь, что найдем Vitamin Water там. Я возьму их сразу 10 штук и буду продавать людям. Переходим к границу. И вот видно водопад, пост, видите, водичка красивая такая, зелененькая. Вот здесь машинки, это нормальные люди, что делают. А вот это что ненормальные люди делают? Welcome to New York. Теперь я дома. Сейчас я в такой же стране, как Калифорния. Я вроде бы могу... Окей, привет. Что смотришь на меня? Вроде бы я могу пешком дойти сейчас. Я легальная. Я могу дойти до Калифорнии сейчас. Кто меня остановит? Никто. Мы только что перешли границу, и здесь уже люди говорят в американском акценте. Так, Техас этот, Техас акцент такой, деревенский. Ну, у нас такой вывод, что здесь совсем нечего делать. Вот что? Трава здесь. У нас тоже такая, мам, почему-то. Не, у нас тоже такая почему-то. Я не знаю, почему такая трава у нас в этом году. Ну да, вот смотрите, что нам здесь делать? Здесь нечего делать. Я хочу куда? Я хочу в Target магазин. Здесь Target-то нет. Так что здесь нечего делать. Вот мы зашли в 7-Eleven. И вы знаете, что я нашла? Я нашла Vitamin Water Zero, который я хотела. Только у них был вкус, который я не совсем хотела, но вот этот я никогда не пробовала. Какой-то оранжевый. Вроде бы неплохой. Ну да, сюда надо ехать на машине, а не пешком, потому что здесь совсем нечего делать. Паша вырос, ребята. Паша вырос. Ой, Паша, ты такой большой. Красивый-то какой. Спокойненький.